double okay, Lynn the planet. Family landed, managed to raise the man that I became. Panic on my first campaign, but when the words fell in place, I was certain to reign. I lit the purple, then step in the circle and start flexing. Weatherman invented, now storms change direction. Portions of my proceeds is feeding my homies now. I always shared pretty good for an only child. I was the baby boy, I could do no wrong. Now the roles reverse, I'm putting people on. They off welfare and got healthcare and used to have. На самом деле, ребята, мы вполне обычные, простые. У нас нет специального образования. Мы не заканчиваем никакие бизнес-семинары по этим проектам. Просто мы захотели что-нибудь изменить в своей жизни. Плюс, зная о нашем продукте, вы сами все поймете. Лишних слов тут не нужно. Просто надо брать и пробовать. У нас есть простой сайт у каждого партнера. Там 10 кнопок буквально, простая система, в которой может разобраться абсолютно каждый, даже ребенок. Здесь можно заработать от 1000 долларов. Это не халява, не какой-то какой-то лохотрон. Здесь нужно поработать. Здесь нужно реально поработать. Это обычная работа в интернете, которой может добиться успеха абсолютно каждый. Немаловажно, это собственная сфера. Это очень серьезные деньги на самом деле. Я хочу сказать, что мы с нашими партнерами, собравшись сегодня, мы не навязываем вам наше мнение. Как бы, приходите, смотрите, подключайтесь, давайте заработать. Нет, у каждого есть свой выбор, правильно сказал Влад. Просто мы доносим эту информацию до вас. Это бесплатная информация, мы хотим таким образом дать вам понять, что если вы захотите, вы добьетесь много. Ведь работая по найму, человек никогда не заработает себе ни на квартиру, ни на машину. Еще, уважаемые друзья, хотелось бы добавить, что да, этот бизнес привязан территориально. Вы ни от кого не зависите, вы строите сами свой бизнес. Вам не нужно ни под кого подстраиваться. Не на заводе выслушивать нарекания, техники, докторов, там, мастеров кто-то. Где-то работать, там, ждать, когда там дадут какую-то вам зарплату. Потом думать, как это ее потратить. Здесь вы работаете сами на себя и рассчитываете на свои силы. Захотели – заработали. Поставили цели, сделали. Вот, например, я сегодня нахожусь с партнерами, мы здесь сейчас попиздеть, проиграли полный, отдохнули. Вот. Завтра я могу поехать с женой куда-нибудь отдохнуть. Возьму с собой ноутбук, поработаю, все. Ничего, ничего это меня не обязывает. Мне не нужно где-то что-то ждать. Телефон, ноутбук, скайп, все. Took rims and tires and traded them for a ticket to an island. It's where I wrote this rhyme and where I first saw my vision written. Driven by a better living and place to raise kids in. За сентябрь месяц я заработал 1390 долларов. Ну, еще ж не конец месяца. А за август? За август 1020, по-моему, да, 1020. Понимаете, что это... Простые, да, обычные парни, которые, да, зарабатывают деньги в этом бизнесе. Ваш доход, да, постоянно он растет, ваша команда увеличивается, поэтому товарооборот растет. Понятное дело, ваши доходы тоже растут. Еще все в ваших руках, товарищи. Делайте правильный выбор. Но мы не агитируем, мы не пытаемся вас направить и изменить ваше мнение. Вы, взрослые люди, должны соображать. Да, толковые ребята найдутся. Они будут здесь, они будут зарабатывать деньги. Рано или поздно мы достучимся до умных людей. Это будете не вы, это будут ваши знакомые, друзья. Но потом же вы сами, увидев их результат, сами же придете к ним и скажете: Дима, Вася, Петя, подскажи, научи, где ты так работаешь. Все, это все элементарно. А он скажет потом: а мне тут 5 дурачков в интернете предлагали. Я подумал: о, идиоты какие-то. Говорили, устроиться на нормальную работу. Работай там в офисе, на заводе, либо еще где-то. Да, ты смотри, вот. В начале те же самые друзья в начале, да. Бля, куда ты лезешь, зачем это тебе надо? Иди ты на работе спокойно, найди нормальную работу до работы. Мне нравится. Теперь звонят. Блин, Витя, научи, подскажи, помоги. И мы видим твои результаты, покажи, покажи как, что. Самое главное, что человек очухался. Не поздно. Время-то он же потерял немного. Ну да. Послушал бы он раньше, было по-другому. Ребята в этом бизнесе выходят на доход за год существования системы, вышли уже за год. Кто зарабатывает 100 долларов в день, кто зарабатывает 500 долларов в день, кто зарабатывает 1000 долларов в день. Вы сами представьте, какие чеки у них будут через год. Через год работы, если дальше продолжать заниматься этим бизнесом. А никто не будет останавливаться, потому что реально потенциал этого бизнеса огромен. Мы уже сделали выбор, зарабатываем здесь деньги и будем дальше работать. Все, успехов. Все, пока.